Видите, это пасть собаки. Вот два клыка. Два красных пятнышка. Вот пятнышко. И вот пятнышко. Это клыки. Ну и, соответственно, диапазон пасти. Вот прокус, дырочка. Осознание происходит через утрату, ладушка. И это самая мягкая сила, самая мягкая, непреодолимая сила, которая тебе дает знаки для изменения. Мы хотели сначала оставить это для тебя, чтобы ты сама посмотрела. Но очень переживаем за твое душевное состояние, и поэтому делаем эту съемку, а их сейчас похороним, чтобы ты приехала и тебя не было срыва нервного. Но это знак. Достаточно серьезно для тебя, Лада. Лада — это значит лад. Лад внутри себя. Это явление мягкой силы, непреодолимой силы, ладушка. Почему мягкая? Потому что утрачены, ну, животные, домашние животные. Относительно кого-то близких людей или знакомых твоих. То есть, слава Богу, что это проявилось именно на животных, а не на людях. Вот, и это явление как раз животных, нельзя сказать, что они виноваты в том, что они утратились. Если о человеке можно сказать, что вот он как бы утратился из-за того, что он вот такой вот или вот такой вот. А утки, они просто утки. И это вопрос осознания именно для тебя, ладушка. Твои утки.